машины просто у железнодорожников, которые нужно обгонять. И этот вот далеко не убежал. Да, я же говорю, что гонки эти все тараканьи бега, они весьма относительны к этой шоссе. Потому что неправильная дорога всего лишь. Не должна быть дорога единая для разноходных машин. Понимаешь? А получается все по одной дороге. И тот, который может ехать 30, и тот, который может ехать 50. Тот, который может ехать быстро, он должен еще и рисковать, чтобы ехать нормально. Он же не хочет гнать 150. Он хочет просто ехать 90, то, что разрешено. Но чтобы поехать разрешенную скорость, которая, в принципе, не опасна, ничего, ему надо, блин, рисковать своим жизнью и здоровьем, понимаешь? Вот в чем несправедливость таких этих всех вариаций. Снимешь просто так, как наверняка сейчас, ничего плохого, там аппарат не сломается. Но ты приобретешь опыт даже механический, общения с железой. Да. Я что и хотел сегодня, камеру погонять, на стедик поставить, полетать, попрыгать, посмотреть фильмы, что снимают, примерно композиции подвспоминать, подзапомнить. Надо это, не надо думать, что я вот раз схватил с чулана и вперед. Не, я знаю, что перед этим надо настроить себя обязательно. Мало того, что настроить, его надо уже опробовать эти настройки. Настроиться-то несложно. Вот. Убедиться, что ты это делаешь, а не просто знаешь, как это делать. Это дорогостоящее. Знаем мы все. Все мы теоретики и нихреновые теоретики. Ты знаешь, вот так набираешься всякого материала для себя рабочего. Начинаешь работать, ничего не помнишь. Все, да. Ты делаешь то, что ты когда-то делал, а не то, что ты выхватил. Ну так поэтому и нужна практика, банальная практика. Ну опять ты говоришь, да, практика свадебная. Да. Вообще практика. Свадебная. Ты пойми, что тебе как фотографу. Ты должна быть полностью автономной. Я не должен, как сказать, вникать. Умеешь ты фотографировать, не умеешь, знаешь, что тебе снимать, не знаешь. Максимум ты говоришь, я хочу вот это, и это делаешь, и все. А как ты это сделаешь, и умеешь ли ты настроить аппарат, меня это не касается. Я тебе помогаю в таких моментах. Я тебе, да, вот здесь я тебе уступаю, здесь я тебе... Саш, ты хорошие слова всегда говоришь, но только на самом деле получается так. Начинается съемка... Так, подожди, дай сюда, дай сюда.